Всем привет-привет! Вы на канале Вот GSN, и сегодня мы поговорим о днарях. Кто такие днари в нашей игре? Ну, общепризнано, что днарь — это тот игрок, который абсолютно не умеет играть, его результат по результатам боя является самым низким или один из самых низких. Это, как правило, игроки, которые, не умея играть, параллельно с тем еще и другим мешают. Ну, а уж если они еще и при этом не делают никаких результатов полностью, мешая играть своим союзникам, их считают не только днарями, но и я лично считаю именно этих игроков раками. Я не из тех ребят, и многие знают об этом, кто считает, что рак в нашей игре — это тот, кто имеет какую-то низкую статистику. В моем понимании, рак — это тот, кто не дает получать удовлетворение от игры другим игрокам, вне зависимости от того, в своей команде или в команде соперников. Ну а что касается днарей, то по днарям у меня тоже есть немножко другое мнение. Днарь — это не обязательно тот игрок, который нанес мало урона. Днарь — это не обязательно тот игрок, который не сделал определенное количество киллов за бой. И это абсолютно не тот игрок, который не смог дать максимальные результаты. Это слишком ужатое понятие, когда вы рассматриваете человека исключительно через призму его статистики. Днарь — это что-то большее, что-то более неприятное. И данный бой является самым что ни на есть показательным, на примере которого я хочу показать вам, что есть на самом деле настоящая днина в нашей с вами игре. Вот сейчас я немножечко завис, у меня были проблемы с инетом тогда, когда я снимал данное видео, и у меня был перерыв в бою, здесь меня немножечко там кто-то даже подлечил, за что ему огромное спасибо. И что самое интересное, что те ребята, которые меня подлечивали, те ребята, которые помогали мне делать результаты в данном бою, они не показали каких-то выдающихся результатов по итогам боя. Так можно ли считать тех ребят, которые были со мной в команде, но не заняли первые места, настоящими днарями? Мне кажется, это не совсем будет справедливо по отношению к ним. Хочется отметить, что мы, в принципе, в нашей игре на сегодняшний день пользуемся спутанными понятиями, которые навязаны нам другими игроками, ведущими свои блоги в YouTube или на других платформах, те, которые рассказывают вам о том, как правильно кого называть, кого кем считать и по каким признакам распределять на определенные касты. Понятное дело, что те ребята, которые имеют высокий уровень статистики, которые живут в этой игре, которые играют в нее часами, они хотят каким-то образом самореализоваться, ну и, соответственно, они пытаются превознести себя иногда за счет своих успехов, ну а иногда за счет унижения других игроков. В данной конкретно катке, несмотря на то, что у меня были проблемы с интернетом, с скоростью передачи данных, я все равно пытался сделать максимум. Я максимально поддерживал своих союзников, как вы видите, я пытался их лечить. Я пытался подсказывать им, что им делать. Я пытался наносить максимальный урон, делать фраги. В общем, делать все возможное для того, чтобы победить. Можно ли считать меня в данном бою днарем? Не знаю, ребят, в моем понимании нет, потому что для победы я сделал все необходимое. Я действительно пытался быть максимально результативным, вот насколько это было возможным и насколько это было в моих силах. И при этом всем, ребят, я по результатам данного боя умудрился получить диз. И вот об этом дизе я и хотел, в принципе, сегодня поговорить. Именно на нем я хотел акцентировать внимание большинства игроков. Вы, когда дизы ставите своим союзникам, а уж тем более своим соперникам, вы отдаете себе отчет, за что конкретно диз вы ставите. Но я понимаю, когда игрок, допустим, наносит вам вред в бою тем, что поджимает вас, подрезает во время раскатки, не дает вам играть, перекрывает вам специально обзор, ну, всячески пытается сделать максимально дискомфортным ваше пребывание в бою, ну, допустим, потому что он не согласен с тем, куда вы поехали, и начинает вам мешать. Ну, знаете, есть такие придурковатые ребята, которые становятся перед вами, которые не дают вам проехать, они мешают не только вам, они, в принципе, мешают всей команде, по одной простой причине, потому что и он, и вы в это время тратите драгоценные секунды, которые необходимы для того, чтобы занять максимально выгодные позиции и начать отыгрывать. Возможно, вы для себя приняли правильное решение поехать в том или ином направлении. Он же при этом
этом вам мешает и всячески не дает реализовать задуманное. Вот, соответственно, вот такие вот ребята, они и заслуживают, безусловно, дизы. Но стоит ли ставить диз вашему сопернику, если его команда победила и если он, в принципе, был в своей команде полезен? Вот здесь, ребят, очень-очень большой вопрос. И этот вопрос, он подразумевает в себе определенного рода позитивный либо негативный ответ с вашей стороны. В зависимости от того, как вы ответите на этот вопрос, от этого, ребят, в принципе, и зависит, днарь лично вы или нет. И поверьте мне, то, что вы наносите за бой какое-то количество урона, то, что вы делаете какое-то количество фрагов, еще не делает вас выдающимся танкистом. Выдающийся танкист — это тот, кто уважает других игроков, тот, кто имеет понимание к слабостям других игроков, и тот игрок, который может мириться с недостатками присутствующих в бою ребят. Если вы умеете с этим мириться, если вы уважительно относитесь не только к своим союзникам, но еще и к своим соперникам, ну, я думаю, это и есть самый, что ни на есть, реальный и показательный лакмус того, кем вы являетесь не только в этой игре, а кем вы являетесь, в принципе, по жизни. И если вы по жизни чмошник, если вы по жизни не уважаете, в принципе, себя, то понятное дело, что вы не способны уважать никого, кто находится рядом с вами. И уж тем более вы не способны проявлять уважение и, в первую очередь, не имеете абсолютно никакой спортивной чести, а и любая игра отчасти спорт. И очень часто говорят, что наша игра командная. Так вот, в командной игре и вообще, в принципе, в любом виде спорта, в том числе и даже в компьютерных играх, в первую очередь, ребят, необходимо иметь уважение не только к союзникам, но и к своим соперникам. Заценивайте себя по результатам боя, а не заценивайте других игроков. По результатам данного боя, несмотря на то, что на определенное количество времени я провис, и провис довольно-таки существенно, я все равно смог дать довольно неплохие, как мне кажется, результаты. Я нанес 5500 урона, я сделал 4 фрага. Да, это был фановый бой, это не рейтинговый бой, поэтому 4 фрага имеют немножко ниже ценность, чем в обычных рандомных боях. Но посмотрите на результаты. По результатам, ребят, я получил диз. Я получил диз, несмотря на то, что я занял первое место в своей команде по урону. И знаете, кто меня дизнул? Меня дизнул вот этот вот товарищ, который занял первое место в своей команде по урону. И да, его команда проиграла, но она достойно сражалась. Он сделал урона больше, чем я, вопросов нет. Он сделал в 2 раза больше урона, чем его союзник, который занял второе место в команде. И при этом всем он умудрился меня дизнуть. Это проявление максимального неуважения к игрокам, и я, честно говоря, не совсем понимаю, за что конкретно я получил этот дис. Я не могу посмотреть реакции по другим игрокам, потому что это реплей, но поверьте мне на слово, здесь он проставил дизы практически всем, почему-то пропустив Ягу. Не знаю, то ли у него реально какое-то отдельное отношение к Яге было Е100, то ли у парня просто времени не хватило для того, чтобы всех подизать. Ребят, держите все фекалии, которые из вас выплескиваются, где-нибудь у себя внутри, потому что вот это вот и есть днина, самое натуральное. Самое худшее, что вы можете сделать, это проявить неуважение. А уж тем более проявить неуважение к тем, кто честно у вас выиграл. Вот такое вот мнение. Пишите свое мнение в комментариях. Я стараюсь ради вас. Побежал снимать для вас следующее видео. Ну а вы, пожалуйста, не будьте дниной. Будьте нормальным игроком. Мира вам, друзья мои. И обязательно спокойствия. Пока-пока.